Задача. Построить горизонтальную проекцию треугольника ABC, расположенного в плоскости, заданной пересекающимися прямыми. Ну, давайте сначала идею придумаем, как это делать. У нас есть плоскость, заданная P2, K2, E2, одна проекция прямых. И вторая проекция, это P1, K1, K1, E1. То есть это две пересекающие прямые, определяющие плоскость. Ну, надо помнить хорошо, что плоскость, она сама по себе бесконечна. И вот где-то на этой плоскости еще изображен треугольник, его проекция A2B2C2. Конечно, у этого треугольника должна быть такая проекция где-то здесь. Как ее построить? Ну, идея, я думаю, такая. Нам надо найти какие-то точки соприкосновения этих прямых, образующих треугольник, с этими прямыми. Для этого можно поступить так. Таким вот образом. Построим, продлим А2Б2 дальше до пересечения с P2, K2 и K2, E2. Получим здесь какие-то точки. Вот эти точки принадлежат прямым. Можем мы эти точки построить на горизонтальной плоскости? Можем. Построим тоже линию связи вниз до пересечения здесь. И линию связи до пересечения здесь. Построили. Там будут у нас точки. Вот эти получившиеся точки будут определять положение вот этой прямой, на которой находятся точки А2 и Б2. Значит, проведем прямую через эти точки. Через одну и через вторую. Провели. И на ней найдем положение точек, соответственно, А и Б. Тоже линии связи проведем вниз. Проведем вот здесь вниз. И на месте пересечения поставим точки. И вот здесь, чуть-чуть ниже, обозначим эти точки. Вот это будет у нас проекция одна, но это будет уже не вторая, а первая проекция. Дальше скопируем B, перенесем вниз и тоже обозначим. И построим уже одну сторону проекции. Эта сторона будет идти у нас от точки вот этой А до точки Б. Ну, то есть уже одну сторону треугольника мы с вами построили. Теперь давайте будем рассуждать точно так же и построим еще остальные стороны. Но здесь, видите, у нас уже есть некоторые какие-то проблемы, да? Дело в том, что здесь у нас наша проекция А2Б2 пересекала сразу две прямые. И мы однозначно могли построить новую прямую. Но у нас такого теперь нет. Но у нас есть другой вариант. Давайте вот мы продлим BC. Ну, она не пересекает у нас здесь. Поэтому мы что сделаем? Продлим вот здесь эту прямую. Вот так продлили. И теперь продлим BC до пересечения. Тоже. Вот продолжение. Вот в этой точечке у нас BC пересекет KE. Так, теперь вот эту KE продлим внизу на горизонтальной плоскости. И найдем вот эту точку. Вот она, здесь внизу, обозначим получившуюся точку. И смотрите, что мы имеем. Мы имеем точку на прямой.
да? И вот, смотрите, есть еще точка Б. У нас точка Б тоже есть. Мы что можем? Это все соединить, правильно? И построить отрезок Е2, Б2. Вот давайте мы это соединим. Вот так. И теперь посмотрите, у нас есть еще точка С, которая лежит на этой прямой. Значит, мы ее тоже положение можем найти, опустив линию связи. И найдем положение точки, соответственно, С. Скопируем вниз и обозначим. Это С1. Теперь проведем уже отрезок, обозначающий сторону СБ. Вот он. Ну а для построения проекции треугольника нам достаточно иметь положение вот этих точек. Уже точка А1 есть, С1 есть. Осталось что сделать? Соединить эти точки. И мы получили, что горизонтальную проекцию треугольника, расположенного в плоскости, заданной пересекающимися прямыми. Задача решена.